режим отдыха. При этом слушайте, большинство людей под отдыхом понимают, когда пинать волну, ничего не делать, расслабляться. А если вы отдых понимаете в таком ключе, расслабиться по-настоящему и отдохнуть у вас ряд вопросов. Отдых – это целенаправленная деятельность по приведению себя в оптимальное состояние физического душевного состояния. То есть не просто там медузы лежать на пляже и не шевелиться. Ваша задача постоянно себя спрашивать, а хорошо ли мне сейчас? А что еще я могу сделать, чтобы мне было по-настоящему хорошо? Чтобы мне было комфортно, чтобы мне было приятно, может быть, не пересесть, может быть, не лечь, может быть, не встать, может быть, не выпить стакан воды, может, наверное, почесать затылки. Потому что большинство людей обычно ходят в голову и коловежили, а тело как-то там отдельно, как скафандр существует. А ваша задача здесь, опять же, научиться чувствовать свое тело и причинять ему максимально приятное ощущение, насколько это возможно, в рамках всего тренинга. То есть это он не прерывается, то есть он идет и во время еды, и во время утренних факультетов, и во время основного тренинга. То есть ваша задача, если вы берете себе полный тренинг в отдых, получить за день максимальное количество удовольствия. Это ваша работа. Удовольствие себе доставляет всеми доступными способами. Кстати, тут я могу поделиться. Я как-то раз этот тренинг решил себе взять на месяц. Ну, не в формате, конечно, я это уроки. А уже дома. Так вот обнаружилось, что через тренер, ну пока не наверное, организм говорит, что для того, чтобы ему было хорошо, ему надо чем-то заняться. То есть вот это очень странный такой момент, да, что называется, помните, да, идешь вправо, да, и проворачиваешь. Вы знаете, на самом деле достаточно активную деятельность начинаешь развивать. Причем ты понимаешь, что если ты этого не сделаешь сейчас, то даже очень странный вопрос, насколько ты себя хорошо чувствуешь. Понятно, что можно неделю ничего не делать, но это сложно. Лучше будет работать. Организм скажет, это будет работать. Это не работа. Это просто цифра. Это развлечение или развлечение? А? Ну, отдохнул, отдохнул. Стоп, понимаете? Вот, например, способ развлекаться, такой как телевизор и интернет, не подходит. Потому что ты пока телевизор смотришь или в интернете что-то делаешь, у тебя сил не прибавляется, а значит, это плохо. Ага. И мы пролетели. То есть, понимаете, то есть вопрос, вот это действие не добавляет чего-то, и в какой-то момент ты понимаешь, что тебе уже ничего не добавят, ничего, кроме работы. То есть это парадокс, но он есть. Ну, это не в формате тренингового лагеря можно сделать. Я регулярно выступаю на разного рода бесплатных конференциях. Кто-нибудь меня слушал? Какой-нибудь бесплатный конференции? Дмитрий? Ну, ты у нас как-то не живешь, я знаю. И телефоном не дружишь. И очень часто люди жалуются, я не могу найти то, что мне нравится делать. И с моей точки зрения, это лентяи, которые не умеют отдыхать. Которые занимаются свой организм всякой ерундой, видно, что вот не отдохнуть по-настоящему и не почувствовать, а тело чего хочет. Чего хочется сделать телу. Потому что когда вы такие вот выключаете мозг, начинаете к телу почувствовать, прислушаться, оно начинает вам подсказывать. Это нужно быть внимательным к самому себе. А плюс еще какой здесь большой позитивный бонус, когда вы становитесь внимательны к себе, вы становитесь лучше, пардон, как и бонус, как и бонус. Потому что вы лучше себя чувствуете. И через это лучше чувствуете партнера. Потому что человек, который живет в голове, он способен совершать, пардон, механические движения, но это будет там механистический оргазм, а не долинный оргазм, который накрывает волну и голову запят. Но для этого нужно в теле жить, тело чувствовать. Я вспомнил одного товарища, который говорил про то, что женщине нужно право жестко и эротично. И? Вот, как раз тему по-вашему говоришь. Ну, у него такая